Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Адресные субсидии на жилье. У наступном годе эта тема отримает развитие. З уборкой урожаю треба поскориться. Кольки можно заработать на допомозе аграриям, доведаліся наши корреспонденты. Космічная эра человечества распочалася ровно 60 годов тому. Автографы Юрия Гагарина и Алексея Лявонова можно убачить на выставе у Гомеля. А зараз об этом и іншим больше подробязно. 426 миллионов рублей накируют в будущем годе банки на кредитование жилья по программе адресного субсидирования. Это удвоя больше, чем сёлета. Кредиты будут выдавать Беларусьбанк, Белагропромбанк, БПБ Ашатбанк и Белинвестбанк. Нагадаем, адресные субсидии могут предоставляться как на выплату частки процентов по кредите, так и на погашение основного долгу. Семьям с 4 и больше детьми основный долг погасить на 100%. С 3 детьми во возрасте до 23 годов, которые совместно проживают, на 95%. Детям-сиротам на 35%. Молодым семьям при народжении одного и двух детей компенсуют 10% и 20% отповедно. Урожай збожжа у Беларуси перевысил минулогодний на 10%. Усяго намолотили 7 миллионов 660 тысяч тонн, что на 630 тысяч тонн больше, чем у минулым годе. Массовая уборка зерневых и зернебобовых культур у целом по краине, за выключением Витебской области, была практически завершена 1 вересня. Зараз у господарках иде уборка бульбы, кукурузы на силос и цукровых бураков. Тем часом Брагинский район первым у Гомельской области завершил уборку бульбы. Культура убрана на площади 47 гектаров, накопано больше 1100 тонн. Завершена так само уборка у Лоевским районе. У целом по области бульба убрана на 60% до плана. У гандлевую сетку до места захования доставлено больше 86 тысяч тонн клубня. До речи, сёлета урожайность бульбы на Гомельщине у 254 центнера с гектара – одна из самых высоких за последние десятилетия. Господарки Гомельской области завершили массовую уборку цибули. Культура убрана на 500 гектарах, что складает 98% до плана. Собрано больше за 20 тысяч тонн товарной продукции, что на четверть больше, чем летость. Урожайность перевысила 400 центнеров с гектара. У минулом годе этот показчик складал 305. Собранного будет достатково не только, как задоволить потребы населения региона и ожитевить закладку у стабилизационные фонды, але и как реализовать частку урожаю за межи в области. Удел у сельскохозяйственных работах – один из основных накерунков другасной занятости. У фермерские господарки, открытые акционерные товариствы, с Гомеля каждую раницу накеруются по несколько автобусам. Кто выкористовывает такую махшимость заработать и кольки может скласти дённый заробок, доведался Олег Сентюров. Гомельский городский центр занятости полова 8 годины раницы. Минавито тут собираются люди, которые имеют намер выехать на сельскохозяйственные работы. С початку года такой махчимостью скористались больше 3,5 тысячи человек. Причем некоторые принимали удел у оплачиваемых работах не одной. Может, кто-то временно не работает, может, кто-то в отпуске находится и хочет подработать. То есть всех желающих мы организовываем, отправляем в сельское хозяйство. Женщин у нас больше. Мужчины тоже ездят, но мужчины там в качестве грузчиков что-то тяжелое перебрать, мешки поднести, вот в основном такая у них работа. А когда прополка, у нас больше женщин ездят, потому что мужчины не любят такую работу. Средний возраст тех, кто выезжает на работу, около 45 годов, зарубленные гроши выплачиваются одразу после закончения працовного дня. А прича того, работа у сельхозпредприемствах есть завсёды. Зараз уборка огородины, потом ее переборка у сховищах перед отправкой у гандовую сетку. Не глядя на дождь, у комбинате «Усход» литерально спекотный час. Необходимо поспеть убрать добрый урожай. С этой нагоды с городского центра занятости, что день сюда приезжают около 90 человек. А уже с завтрашнего дня их колькость поэличится. Зараз основные виды работ – уборка морквы, цибули, бульбы и капусты. У господарцы «Усход» за працовный день, який протягивается, звичайно, до половы четвертой годины дня, у середнем можно заработать около 15 рублей. Усе залежить от виду работы, так само у властной отказности. Например, морку усе работники сбирают у одну машину, кошт собранного потом поделить на усю бригаду. До речи, практически у всех супы и акционерные товариства различиваются грошима. У некоторых фермерских господарках за работу могут пропоновать продукцию. У любым выпадку, головное задание
задача – максимально хутко собрать урожай, який сёлета по некоторых культурах оказался сапраўды рекордным. Даже из этих погодных условий, которые были в этом году, урожай мы получили неплохой. Даже посмотреть по луку, в этом году мы получили на 1000 тонн больше, даже позапрошлогоднего года, когда у нас был самый большой урожай. В этом году мы получили больше. Неплохой урожай моркови, неплохой урожай капусты. Ожидается тоже выше прошлогоднего. Поэтому, в принципе, подтягиваем все силы для того, чтобы вовремя все убрать и не попасть под нехорошую ситуацию, конечно, под заморозки. Олег Сентеров, Евгений Матеенко, телерадиокомпания «Гомель». У домі-інтернаті для састарелих інвалідів Шубіна пройшла доброчинна акція. По традиції, з нагоди Дня пожилих людей, з подарунками установу навідали члени обласного об'єднання профсоюзів і гомельські студенти. Разом з організаторами акції там побували і наші кореспонденти. Юные волонтеры, представники областного объединения профсоюзов, жаданные гости у дом-интернате Шубина. Зараз тут проживают 106 человек. Прикладно 85% из них одинокие. С подарунками на все значные святы волонтеры приезжают до их на протягу опошних 7 году. Особливая дата у календары – День пожилых людей. Вы знаете, что когда мы поздравляем этих людей, всегда присутствует элемент грусти, такой сентиментальности, потому что в нас видят своих детей, внуков, и многих здесь знаем, их истории, их судьбы. С удовольствием рассказываем о тех предприятиях, на которых они раньше трудились. Представники профсоюзного руху передали керавництву дома-интерната грошовый сертификат на развитие проекта по вольной занятости. На этой сродке будут закуплены принадлежности для вязания, так само музычные инструменты. Волонтерский отряд «От сердца до сердца» университета имя Франциска Скорины уручил пожилым людям подарунки. Когда вот обычно, когда мы возвращаемся с таких поездок, дети, ну, всегда уезжают под впечатлением и с каким-то другим отношением к жизни, к людям, потому что они видят, как живут старики, что они нуждаются, как надо относиться, может быть, к своим родителям, своим родственникам. Они пересматривают свое отношение. Новички волонтерской группы студенты колледжа мастерства имя Соколовского. Сюда они приехали с концертными номерами. Сюда приехали, наверное, первый раз. Готовились много номеров и петь, и играть на инструментах. Мне кажется, это даже больше ответственности, потому что мы хотим принести больше радости. Тут нужно показать всю нашу душу, что мы хотим помочь и много счастья людям принести. Ни один жихар дома-интерната не застался поза увагой. Тех, кто сам не смог прийти за подарунком, волонтеры наведали у покоях. До речи, окромя традиционных гостинцев, у этот день каждый пожилый человек отримал лист, у яким юные гамельчане написали теплые слова и пожадания. И мы такие рады, такие жизнерадостные. Аж на и жить хочется. А когда никого не окажется, ой, не хочется ничего. И понимаете, настроение какое-то есть. Понимаете, есть, от всей души говорю. Ганна Ковалева, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Гомельские школьники представят Беларусь на сусветной олимпиаде роботов. Путевку в Латинскую Америку под час республиканского отбору отримали пятиклассники Александр Углик и Павел Титов. Займаются хлопчики у гуртку робототехники под керавництвом педагога Натальи Томашенко. Наши корреспонденты сустрелись с юными программистами и доведались, как проходит подрыхтовка до отказного споборництва. За путевку у Коста-Рика на сусветную олимпиаду по программированию змагалися больше як 100 юных дарованняў. И первые у Беларуси у молодшей категории национального этапа юные гамельчане. Паша Титов и Саша Углик отримали максимальную колькость баллов. Причем на выполнение задания им спотребилась 1 минута 2 секунды, за отведенных 2 хвилин. Я не волновался, а родители волновались. Заключалось задание в том, что надо придумать робота, собрать его и запрограммировать. На эту олимпиаду я еду первый раз. Я не волнуюсь, потому что уверен в своих силах. До речи, и батька, и мать Паши Титова по профессии программисты. Миновито яны 2 года тому накировали хлопчика у гурток робототехники 51-й гимназии. За этот час Паша прошел немало олимпиад. Причем практично у каждой из них отримливал перемогу. Его коллега по гуртку Саша Углик не меньше талиновиты. Есть еще группа детей, которых вот не то что на подходе, как Павел Титов, ну, это толковые. Я думаю, что мы должны вот создавать такие условия для того, чтобы действительно дети получали возможность.
Для кожного из них зараз финишная промая. Олимпиада по программированию отбудется уже у середине листопада у Коста-Рика. Тому хлопчикам приходится сумещать школьные уроки с узмоцненными занятками по программированию. А кроме шматгодинных тренировок, у их дзённом раскладе оформление великой колькости документов для отримания визы. Как после, переодолевший долгий перелет проз океан, адаптацию до змены годинных ПСО у климату, показать добрый выник и махчима вернуться с перемогой. Ганна Ковалева, Ганна Кральчук, Игорь Марышченко. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня исполнилось ровно 60 годов, как на орбиту был выведен первый штучный спадорожник – советский космический аппарат ПС-1. Этот день лечится початком космической эры человечества. У Гомеля эту подею отзначили открытием выставы автографов людей, которые имели дочинение до освоения космосу. С экспонатами ознакомились наши корреспонденты. Выстава «Автографы космической эры» открылась у городской библиотеки имя Герцена. Место обрано не выпадково. Уже 2 года тут реализуется проект «Планетарий у библиотеки». У его рамках проходят тематичные круглые столы и уличное назирание у телескоп за космическими объектами. Примеркованная до 60 год за запуску первого штучного спадорожника выстава, еще одна возможность докрануться до истории. И сейчас у нас идет проект «Планетарий в библиотеке», и мы стараемся самые важные космические даты отслеживать. И такая выставка автографов, она не первая. Задача выставы – обновить интерес до космической тематики. Тем более, что она имеет дочинение до целого шерого сфер. От экономичной и экологичной до военной и науково-технологичной. Освоение космосу – справа комплексная, подтверждение чему и новая выстава. У экспозиции каля 100 автографов Юрия Гагарина и его мати Ганны Тимофеевны. Космонавтов – Владимира Коваленко и Алексея Лявонова, Андреяна Николаева и Павла Поповича. И тут же побач надписи, зробленные конструкторами и учеными. Эти автографы, они принадлежат истории и Белоруссии, и Советского Союза бывшего, истории всего человечества. Это результат, да, это результат моего общения с учеными, инженерами, конструкторами, космонавтами. Это результат моих поездок и на космодром Байконур, и работу, не обессудьте, как журналиста в звездном городке, центре управления космическими полетами. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Новый проект у эфира «Беларусь-4». «Самая моя Гомельщина» – это цикл видеороликов об неповторном природном потенциале нашего края, ярких фактах, которые подтверждают лидирующие позиции региона. Менавіта тут добывают 99% всей нафты в Беларуси. Тут размещены одни из самых буйных водоемов, другое по величине родовища калийной соли. «Самая моя» – это факты рекордсмены и великая любовь до своей родины. Відеозамальовки, знятые с вышини птушиного полету, уже у эфира телеканала «Беларусь-4». Проект реализованы при поддержке Гомельского областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного осяроддя. Скульптура журналиста стала упрыгоживанием будинка редакции Ельской районной газеты «Народный голос». Эта славутость рассказывает про человека, который пишет для людей и про людей. Журналист с ручкой и фотоаппаратом сидит на стосику книг и задуменно глядит у далячинь. По меркованию супрацовников редакции, он вернулся с задания и разважает, как донести до читача головные каштовности – любовь, человечность и добрыню. Скульптура журналиста у Ельску появилась дякуючи совместным намаганиям коллективу редакции районной газеты «Народный голос» и майстрам Заширского культурно-спортивного центра. Гэты и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.